Когда я работал в природоохранных органах, то я, конечно, там тоже перенес и пережил столько. Неприятности они для меня и начались, потому что я буквально за такой короткий промежуток выявил 11 уголовных дел. И не просто 11 уголовных дел, а там за этими делами стояли, в общем-то, большие люди. Впоследствии, значит, один из этих людей, он, конечно, мне отплатил. Но я просто не знал, что у этого человека нож, не знал и не предполагал. Поэтому так уж получилось, что, видать, судьбой мне это все было уготовлено. В общем-то, как человек-то я был надломлен. И очень серьезно надломлен, потому что с такими ранениями, в общем-то, выживают вообще единицы. Потому что мне врачи сразу сказали, кстати, после этого ранения, когда я уже, в общем-то, встал на ноги и заново учился ходить, они мне сказали, что про охоту вообще забудь. Навсегда. А для меня это была такая трагедия. Ну что за жизнь для меня могла быть инвалидом второй группы в городе? Ранение было в левый желудочек сердца, который выполняет основную функцию работы. То есть сердце было срезано касательно на 2 сантиметра. И я потерял 1/3 крови. Мне было 23 года, и умирать мне, конечно, не хотелось. Мне хотелось жить. Лена вообще, я считаю, что она сделала все возможное для того, чтобы я выжил и стал на ноги. Она вселила в меня надежду, уверенность такую, что она просто вот такого беспомощного меня, беспомощного такого поддержала. И не просто поддержала, а она не побоялась выйти за меня замуж. Ну, может быть, она надеялась, что я постоянно буду инвалидом и постоянно буду рядом. Ну, а получилось-то все наоборот, конечно, потому что я, как говорят в народе, сколько волка не корми, он все в лес смотрит.
14 российской армии в Приднестровье Александр Лебедь приказал солдатам и офицерам объединения решительно, вплоть до применения оружия, пресекать любые попытки нападения на объекты и личный состав армии. За те два года, которые прошли после распада СССР, когда страна живет в условиях открытых границ, проблема приняла критические черты. Сформировались устойчивые агрессивные группы контрабандистов, которые контролируют весь процесс от производства стратегически важных сырьевых ресурсов до их незаконного перемещения через границу. Тем временем неспокой российским гражданам и, как говорится, в дальнем зарубежье. Мы уже сообщали, что в Алжире в понедельник был убит террористами Константин Кукушкин, сотрудник российского посольства. Это уже пятый российский гражданин, который погиб в Алжире после начала волны террористических актов. В октябре прошлого года были убиты двое военнослужащих. В декабре погибла российская гражданка, которая постоянно проживала в этой стране. А в феврале этого года был убит российский специалист, работающий на строительстве ТЭЦ. И вот новая трагедия. Ни один из наших соотечественников, бывших граждан СССР, не должен остаться человеком без гражданства, заявил на заседании комиссии ее председатель Абдуллах Микитаев. Поправки к действующему закону о гражданстве Российской Федерации, предусмотренные проектом президентского указа, значительно упрощают нынешнюю процедуру предоставления российского гражданства. Шахтеры предложили президенту и председателю правительства встретиться с представителями трудовых коллективов угольной промышленности для рассмотрения выдвинутых ими требований.
связи. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте, у меня как у меня дела, да? Дела идут, как говорится, потихоньку, идут дела. Ну, понял. А что-то уже слабовато. А что слабовато? Я не понял тебя. Что слабо? А что соболя-то слабо у меня? А что, совсем соболя нет или плохо ловится в капканы? А вот ты знаешь, я проверил, знаешь, сколько три путика, вот ты на летяги добился маленького палеца, все. Ну ясно, ну ты же давно уже в тайге, давно должен подготовиться. Подготовился, но раньше до 25-го, что настораживать было? Белку только это переводить, она черная вся была. Рыжая, она вам еще в начале ноября стреляла, еще которая рыжая. Ну ясно, ясно. А как у тебя волки в этом году беспокоят тебя, нет? Нет, ты знаешь, что Бог миловал, ни одного следующего не видел, нынче. А ну ясно, ну ты, короче, в этом году живешь. А ты знаешь, и даже позику, и как-то даже это, знаешь, после прошлого года как-то не так становится. Везде приманка висит, везде там где-то белочка висит, деретяга, а прошлый год все, вообще ничего не было, запусто. А медведи как, следы были, нет, когда вот первые порожки были? А был, вот недавно прошел один большой такой здоровый снег был. Вот я сегодня туда шел, я увидел свежий снег. И вот сегодня шел, я когда же снег еще хорошо видел, а ушел туда как на... Mm-hmm.
комментарии, репортажи, интервью. Полгода назад в России, казалось, наступал обычный день. Правда, в Москве накалялись страсти, но кому могло прийти в голову, что 3-4 октября все это произойдет? 3 утром меня вызвали на работу. Вспомните, как мы ужаснулись 3 смертям в августе 91-го. А в октябре 93-го нас, похоже, не шокировало бы ни 150, ни 550 погибших. В воскресенье у нас есть повод помянуть их. Помянуть всех, кто бы они ни были. Их нет больше, и этим они правы. Сегодня в Москве возле Дома правительства на Краснопресненской набережной прошел траурный митинг, посвященный памяти погибших во время Пресненских.
этого боятся, руки делают, так говорят. Thank you.
Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиение. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою благотрудную долю, всех которых пришел искупить ты своей пречистой кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить великий князь Константин Константинович Романов.
мешают мусора. Пани Анатолий Чубайс, политик 21 века, является фальшивкой. Юрий Лужков, Егор Строев, Александр Лившин, президент нужен всем, чтобы рассудил. Вокруг мы не воруем, мы щипачи, мы не воруем по ночам. Мы щипачи на показуху не пируем и обижаем свой народ по мелочам. А я ушел с законными ворами, пенсионеров прямо в лагеря. Ах, косочки-лопатники, ах, помочки-отмычки, и с пивом я...
Господи, что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу, сияя алмазами снега. Я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, Боже, во веки.